Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня получил очередную посылочку из Китая и хочу вам показать ее содержимое. Посылочка пришла на рыболовную тему. Пришла такая леска. Леска Дайва 500 метров, диаметр 0,2, тест на вес 7,5 килограмм. Что вам скажу, на вид достаточно добротная заводская упаковка. И хорошо сделана. Хорошее оформление красочное. Намотано на бобину хорошо. Здесь таблица размеров данной лески с тестом на разрыв. И также вот указано Made in Japan. Ну, не знаю, сомневаться, не сомневаться. Так как заказал с Китая, за 500 метров отдал чуть больше $3. Как бы цена смешная за 500 метров. Вот. Но если это действительно Япония, как здесь указано, то это вообще получается очень дешево. Что можно сказать в данной леске? Вот так хорошо закреплено, чтобы не размоталось. Еще надо постараться, чтобы ее достать. Вот. Ну да, действительно, она где-то 0,2 и есть. Хорошо амортизирует. Я эту леску заказывал для фидерной рыбалки. В принципе, использовать в качестве поводков. Так как ловлю на реке с большим течением. В принципе, поводок 0,2 самое то. Сейчас пробую на узле. Завязал узел. Вот. Как бы довольно-таки прочная леска и даже уже режет пальцы. Порвать ее не могу. Ну, в принципе, если заявленная тут 7,5 килограмм, и я не могу ее порвать, так оно, наверное, и есть. Потому что бывало даже, что плетенку тонкую я руками рвал. А здесь... Ну, за такие деньги, довольно-таки хорошая, добротная леска. Вот, для поводков она как раз пойдет, хорошо амортизирует. За основу я на фидере всегда беру в основном плетенку, иногда использую тоже леску, но леску использую 0,2 на фидерах, 0,27, а плетенку использую разную, в зависимости на рыбу, какая предполагается рыба. Если на сама, то, конечно, потолще. Если лещ, то на леща можно потоньше плетенку использовать. Ну, такая вот хорошая леска. В принципе, ссылку я оставлю под видео. Посмотрите, кого заинтересует, заказывайте, потому что реально... За 500 метров, ну, может, тут и меньше, конечно, может, 500 метров это обманчиво, но все равно за такую бобину лески $3, согласитесь, это очень дешево. Тем более, как бренд Дайва, если это действительно делают даже китайцы для Дайва, то это должно быть хорошая леска. Спасибо, друзья, кто меня смотрит, спасибо, кто комментирует видео.
кто подписывается на мой канал и остается вместе со мной на канале. Всех благ вам, друзья, всех благ вам и вашим близким, и мирного неба над головой.